Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. Сейчас вы видите фрагмент фильма «Аладдин», это официальный трейлер. Не так давно ходили на фильм «Мстители», вот финал, который, ну, отвратительный фильм. Также жена вот хочет сходить на фильм «Аладдин». Как вы думаете, стоит сходить, не стоит? Ну, судя по отзывам, говорят, отвратительно что-то такое. Но если посмотреть по трейлеру, просто красота какая-то. То есть, так же, как мы ходили на «Мстителей», и вроде бы ничего, а вот весь фильм уложился как раз в том трейлере, в который мы смотрели. Может, «Аладдин» такой же. Что я хочу спросить? Ну, ваше мнение. Я хочу узнать, стоит ли сходить на фильм «Аладдин», или стоит все-таки посмотреть какой-нибудь сериал, например, что там идет у нас по интернету, по телевизору, еще где-то. Может, «Игру престолов» просто посмотреть и на этом закончить. На этом заканчиваю. Всем большой привет!